Джан Хин Ву. Офицер спецслужбы Южной Кореи. Впрочем, теперь уже бывший офицер. Я не знаю, возможно ли еще хоть что-то изменить. Мне неизвестно, наступит ли завтра для тех, кто идет по этим улицам. Или же эти улицы опустеют. Остров Кохром-Май. Этническая ничейная земля. Население – беженцы из Северной Кореи, Бирмы, Камбоджи, Вьетнама. Мирные крестьяне. Ну и что же мы забыли в этом райском местечке? Там пропала сотрудница международной научной миссии Мария Кононова. Я не могу, я плавать не умею. Ну сесть! Обошли нас. Знаешь, что они с пленом делают? А мне плевать. Пытают. Изысканно пытают. Вы даже не попытались. Может быть, он уже мертв. Зато ты жив. Give me what you think is fair. Рейк. You be careful now. A lot of wild cats out there. Does anybody else want to die today? I told you not to go wandering off by yourself. Он хочет убивать этих людей всегда. You scare me, Axel. You've created a disease and a cure at the same time. What's worse, you forgot to tell me about it. Вот ты на скольких языках говоришь? На трех. Английский, французский, немецкий. Ну, еще тайский и корейский. Чуть-чуть, по специальности. А я на английском чуть-чуть. И тоже, по специальности. Макс, уходим быстро. Нам нужна еще минутка. Нет у нас минутки. Doesn't it seem strange to you that such a respected man should suddenly commit suicide? Они умерли в разное время. And in such a terrible way too. It's very unusual. Существует реальная угроза глобальной эпидемии. Если прорвется в мегаполис с его скученностью, это может быть конец. Какие еще вирусы? А я думаю по-другому. Speak up. Неправильно. Search won't like it. May not even go to heaven for.